Одним из важных моментов на сессии стало решение вопроса о присвоении спортивному залу бокса, расположенного на улице Шевченко, имени мастера спорта Николая Павлюкова. Много лет на территории курорта проходят турниры, посвященные памяти спортсмена. А теперь принято решение назвать его именем новый зал бокса. Правовой комитет рассмотрел данный вопрос, также присоединяйтесь. Все, наверное, видели современный зал в символике, в российской символике. Красиво все оформлено, сделано. Мне кажется, что будет привлекать туда детей, дети там с удовольствием будут заниматься именно спортом. Ну, а имя Николая Павлюкова послужит тому, чтобы они занимались и ориентировались, он был примером. И равнялись. Поэтому просим поддержать побольше таких спортивных объектов в нашем городе. Еще одним важным решением стало утверждение порядка согласования лиц, которые будут занимать должности заместителя главы, руководителя отраслевых и территориальных органов. Отныне назначать этих лиц будут депутаты совета путем открытого голосования. Кто против? Нет, кто воздержался? Нет, присаживайтесь. Также на 29-й сессии произошли кадровые перестановки. Депутатам представили нового начальника управления торговли и потребительского рынка администрации города. Им стал Эдуард Балмашев, опытный экономист, который до этого возглавлял должность заместителя руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Благодаря своему опыту он несет новые коррективы в нашу торговлю. Тем более он сейчас уже, по-моему, ей занимается. Очень много с набережной точек убрано. Поэтому рекомендую такого вот профессионала, как Балмашев Эдуард Викторович. По всем 16 вопросам, рассмотренным на этой сессии, депутаты вынесли положительное решение. Реализация принятых проектов начнется уже с сегодняшнего дня.